понял, сегодня стрим, погнали. Ну что, let's go, stream and fighting. Добрый день, дорогие любители шахмат, добрый день, пани Топановые. Распочинаем нашу трансляцию. Ну что, let's go. Так. Вот тут просто. Так, наверное. О, победил таки. 32-31. Ну, пошли дальше, рвать надо и метать. Есть ли защита? О, вот так сдался. Не, ну что такое? Руслан, надо собраться. Да, ну. Добрый вечер, паны Топанове. Добрый вечер, дорогие любители шахмат. Сьогодні ми розпочинаємо вже третій наш випуск нашого аналітично-розважального шоу «Шахові теребеньки» з Анатолієм Яворським, шаховим глядачом. Анатолій, привіт! Привіт! Як справи? Володя, привіт! Привіт, друзі! А ви побачили, як на третій програмі Володя гарно защебетав українською мовою? Привіт! Вы победили. Добрый вечер, пані Топанове. Добрый вечер, шановна шахова громада. Ми розпочинаємо наші традиційні теревеньки разом з шаховим глядачем Анатолієм Яворським. Анатолій, привіт! О, щось у нас... Привіт, Володю, привіт, друзі! Не просто теревеньки, а шахові теревеньки. Це дуже важливо. Ми не переживаємо на відміну від інших там тих же депутатів чи політиків. Суто про шахи і тільки про так от конкретно по справі. Ну, тоже надо, да? Тоже надо, тоже дело. Ну что, довольно интересная неделя, заслуживающая очень внимания, и новость прямо с пылу жару, да, то, что наши ребята прошли отбор на онлайн-чемпионата мира. И первый, кто прошел, это Игорь Самуненков. Игорь Самуненков в категории до 12 лет занял второе место. В последней партии надо было, правда, побеждать. Он уверенно победил и вышел вместе с Савельевым Иваном. И третье место — Гурель Эдис. Вот такой турецкий шахматист. И будет 19-го играть в финал. Так, ну не он один отличился. Чекай, Володя, так це просто. Володя, я мушу тебе перебити і зробити одне уточнення. Це результати лише попередні, друзі, щоб ви розуміли. Остаточні результати будуть оприлюднені завтра, десь в районі 13 години за Києвом. Чому? Ще буде перевірка традиційна античитерська, і тільки після цього будуть оголошені офіційні результати. І хто конкретно потрапляє в плей-офф. Ну, будем надеяться. Опять же, ну что, отлично сыграл турнир Дмитрий Кушко. Дмитрий, несмотря даже на поражение в последнем туре, ну, правда, большой дележ, но по коэффициенту Дмитрий второй и тоже предварительно проходит финал. Так что, в принципе... Хорошо, точно забыл, попереднего проходит. Давайте, чтобы наврочить, я кажу, будем говорить так. Да, ну что, молодец, Дмитрий, это категория до 16 лет.
Да, вот все результаты наших ребят, в принципе, Кирилл Шевченко довольно-таки хорошо сыграл, заняв четвертое место. Ну, вот, насколько я знаю, тройка точно проходит, а вот четвертое, пятое под вопросом. Ну что, я думаю, Кирилла большие шансы, что его пустят в финал. Вот, и действительно, ну что, будем надеяться, опять же, предварительно это тоже результаты. Да. Ну, дотекаемся завтра. Да, близка была и Камила. Завтра будет завтра. Близка была и Камила Грищенко, она заняла шестое место. Неплохо выступил Святослав Базакуца. И, ну, и Игнатышин Анастасия тоже в десятке, тоже отличные результаты. Ну что, в принципе, все неплохо сыграли, да, ну будем так, опять так. Же. Завтра, вот завтра будем констатировать факт выхода и надеемся, что все будет окей. Как говорят, все так. Будет добро. Будем отримати кулаки. Да, будем отримати кулаки. Ну что, в принципе, новость номер, топ номер один этой недели, я думаю, это проходящий в городе, иногда называют с матерным названием, ну ладно, я не шучу, в городе Херсоне, да, чемпионате Украины среди женщин. Да, вначале был сыгран, были разыграны медали чемпионата Украины в Рапиде. И первое место с результатом 6,5 из 9 заняла Инна Гапоненко, разделив вместе с Евгенией Долухановой это место. Но дополнительный коэффициент был благосклонней к Инне Гапоненко. Ну что, отличный успех Инны. И в принципе она... Володя, ну ты знаешь, до речи, друже... Дома же стіни допомагають, розумієш? Тому тут... Ну, по-разному буває. Дома і наоборот, і тяжелее грати, да, от я теж знаю. В даному випадку спрацювало це старовинне прислів'я, що дома стіни допомагають. Ну, я тебе скажу инсайдерскую информацию. Инна уехала из дома и переселилась в гостиницу на время турнира. Так что вот так вот. Ну, а это в Херсон, в будь-якому випадку. Да, да, это да, но все равно, видишь, такой профессиональный подход. И она действительно живет в гостинице и готовится, так что... Так, у нас немножко... Анатолий пропадает. Это очень классно, насправді, профессиональный подход. Да, ну давай скажем, первое место Инна Гапоненко, второе место Евгения Долуханова и третье место Ольга Баби. Это вот результаты Рапида. Так, ну что, давайте результаты Блица. И все тоже, все тот же чемпион Инна Гапоненко. Ну что, Инна молодец, круто, да, вот, сражается на фоне молодых очень хорошо, и в быстрые шахматы, и второе золото за Инной. Второе место за... Да, смотрите, у нас определенные проблемы с трансляцией есть и с интернетом. Так вот, Анатолий, мы тебя плохо слышим, да, есть определенные проблемы, но будем надеяться, что все будет окей. Так, хорошо, сейчас постараемся восстановить. Анатолий, мы здесь, ты с нами? Так, ну хорошо. Да, ну что, конкуренция не составила Шпанько надежда, причем такую довольно неплохую конкуренцию, да, и в последнем туре, если бы Надежда выиграла, и она могла
могла действительно разделить сына, и, ну и там бы решал бы дополнительный коэффициент, и, возможно, Надежда смогла побороться за первое место. Ну, в принципе, для Надежды, я думаю, это супер результат и супер успех, молодец. Ну что, молодая шахматистка, действительно, видно, что растет, и будем надеяться, и в классике также она себя проявит. И третье место Юлия Осьмак, тоже благодаря дополнительному коэффициенту. Юлия заняла третье место с результатом 6 из 9. Вот такие результаты. Ну, давайте перейдем к классике. Классика продолжается. Да, и вот-вот буквально закончился четвертый тур. И результаты довольно интересные. Да, лидер чемпионата Юлия Осьмак проиграла Наталье Буксе. И уступила, скажем так, первую строчку. Ну, результаты довольно-таки плотные. По 3 очка имеет и... Сейчас, секундочку, имеет и... Имеет и... Шпанько, Букса и Бертник и Рахмангулова. Вот такие первое, четвертое место. И все впереди. Вся борьба действительно впереди. И посмотрим. Посмотрим так. Ну, Анатолий у нас немножко пропал. Но будем сами тогда вести. Надеемся, что он справится. Так, ну дальше тоже группа преследователей: Юлия Осьмак, Даулханова Евгения, Гребенщикова и Петрова Ирина. Да, не может пока выбраться на свой привычный уровень. И на Гапоненко пока она отдыхает после быстрых 4 ничьих. И я думаю, ну все равно Ина это может под конец раскочегариться. И довольно-таки у нее неплохие шансы догнать соперниц. Всего-то расстояние очко, так что все возможно. Да, вот только тур закончился, поэтому мы давайте посмотрим, как наши участницы играем. И пока это, конечно, это будет у нас пока третий тур. Довольно было много интересных и захватывающих, скажем, партий. Потому что, ну, в принципе, девушки всегда такие боевитые, да, играют хорошо, вернее, играют такие боевые шахматы, да, вот, поэтому смотреть всегда интересно. Да, обратимся к партиям двух лидеров, это партия третьего тура, Мария Берник против Юлии Осьмак. Ну, в принципе, довольно-таки был разыгран интересный вариант каталонского начала. И Юлия, похоже, можно сказать, даже переиграла. И тут белым не так просто уравнивать. Но они находят эту лазейку, скажем, ход f4, да. Ну, если бы еще... Ну, в принципе, да, у белых что? У белых два слона, вот, преимущество так называемое двух слонов, но слон действительно на g2 был заперт, поэтому они стараются как можно быстрее его развить и ценой жертвы. Ну, такая мнимая жертва, потому что все-таки висит пешка на d5, вот, и наверное, пришлось бы... Ну, приходится бить, все равно делать-то черным нечего, да, бьется на d5. Ну, ладья на f8, ну, не просто, вот тут все-таки есть связка у белых, и надо как-то развязываться. Вот, допустим, ну, как ни странно, удивительно, да, но был ход все-таки, слон бьет b7, можно было просто забрать пешку. На слон c3, ладья c2, слон d4 и король g1, ну, и такая вот. Ну, по виду так мертвая связка, но действительно не так просто ее, скажем так, реально реализовать. Реализовать реально, потому что, ну,
белые где-то хотят, возможно, даже слон А6 и потом развязаться, да, то есть вот реально непонятно, если у черных, скажем так, допустим, тот же ход конь F5, по-моему, можно просто на D4 побить, ладья F1, король F1, и на конь E3 просто король E2, конь бьет C2, слон E4, шах и забираю. Ну вот еще раз покажу вам вариант, да, такой, ну, так, допустим, так, ну, есть ход конь D4, тогда ладья F2, на шах конь E3, король E2, конь бьет C2, слон E4, король G8, да, и отбирают коня. И позиция, ну, тут, наверное, уже выиграна у белых. Да, ну, в принципе, можно было, конечно, пойти на король G1, король G6, и черные, в принципе, доминируют, но насколько это ощутимый перевес, тут еще надо изучать. Да, слон А6, наверное, надо играть. Наверное, надо играть белым, и еще не так понятно. Да, в партии Мария пошла король G2, ну, естественное решение, наверное, это был уже такой полуцейтнот, поэтому так хочется пойти, да, конь F5. Конь F5, ладья C1, вот этот ход, да, является на самом деле неточностью, да, ну, тяжело, опять же, хочется избавиться от этой связки, опять же, нет хода слона 3, и за ладья C7. Так, сейчас давайте посмотрим. К нам сейчас подключится все-таки. Анатолий, ты на связи? Так, Анатолия мы видим. Да, ты на связи? Так, я тут. Я знайшов проблему. У мене є два коти, які іноді між собою б'ються. Так, краще вони в шахи грали. І от вони трошки нам поправили роутер і шну. А, я понял. Ну, видишь, да, надо їх обучити срочно шахматам. Получиш... Терміно, треба їм показати серіал «Хід королевою», да, який да. Чудодійно діє на всіх і заставляє грати в шахи. Володя, то зараз яку ми тему обговорюємо? Ми зараз смотрим партію Берніка Смак, от і партія з третього тура. Це чемпіонат України. Ну, так, я здогадався. Да. Вот, да. Ну, интересные перипетии были в цейтноте соперниц. Да, вот тут интересно. Ладья C1 пошла Мария. Ну, правильный ход на самом деле был ход ладья E2. И на конь D4, ладья E4, меняя ладьи и освобождаясь от связки. Ну, а пешку наверняка, либо пешку B7, либо A7, там наверняка что-нибудь... Заберут белые. Да, ладья C1 был ход сделан. Ну и в принципе Юля сделала ход, который напрашивается, да. Но вот он оказался тоже неточностью. Был сильный ход король G6. Вот такой. Надо было не сразу проводить комбинацию. Идея этого хода то, что у черных сразу две угрозы. Одна угроза слона 3 и другая, которая была в партии, побить на F2. И белым не так просто действительно вот тут защититься. По-моему, тут уже надо было жертвовать качество, что ли, слон B7, слон A3. Но с качеством у черных отличные перспективы. А, хотя слон B7, да, слон B7 мне тут подсказывает, все-таки был ход. Интересно, что же на слон B7. Слон A3, ладья C6, вот так вот. Угу. Может быть, да, может еще не так все однозначно, да. Да, король G6 может быть и не такой хороший ход. Ну, посмотрим, да, действительно. Да, в партии был ладья F2, ладья F2, конь E3, король G1, конь D5, ладья F8, слон F8. Вроде бы перевесы у черных, но вот в таких позициях очень часто вот ладья не так плоха. Особенно, когда пешки находятся на разных флангах. Вот я не знаю, я вот Анатолия, наверное, спрашивал. Анатолий, как ты думаешь... Чей любимый прием жертва, скажем так, отдать две фигуры за ладью и пешку?
Ты знаешь? Пішечка. Подскажу, а это чемпион мира. Я так вам всего не скажу. У вас тут карты. Чемпион мира, это да, это был любимый прием, скажем так, Михаила Таля. Вот так вот. Да, он действительно очень часто жертвовал две фигуры за ладью и пешку, и получались такие динамические позиции, которых очень тяжело на самом деле держать ладьей, но опять же Михаил Таль обладал недюжей, как говорят, фантазией, и это ему очень часто удавалось. И вот этот прием очень, ну, как бы многие запомнили именно Таля по этому приему, ну, кроме его, конечно, феерических комбинаций. Да, так вот, если брать эту позицию, тут на самом деле не так просто. Да, ладья c8, слон g7, атакую пешку d4. И тут был ход неожиданный, король h1. Ну, такой ход сделать, тем более с 40-м ходом, очень тяжело. Идея в том, что черные не могут брать пешку на d4, да, слон, если слон d4, то просто ладья d8 и забираю фигуру назад. Да, а на король g6 играется ладья a8, приходится играть h6, и тут, да, и тут ладья a7, забирая пешку b7, либо a6, ну и, наверное, близко к ничье. Хотя какие-то шансы есть у черных, но вот, повторюсь, ладья тут не хуже очень часто в таких позициях. Да, можно даже ладья b8 рассматривать, тоже, наверное, неплохо, да. Да, в партии был ход ладья d8, конь c3, d5. Ну, страшно, да, то, что пешка идет. В принципе, Юлия сыграла довольно-таки, ну, с человеческой точки зрения понятно, да, ну, а на самом деле вот... Прагматично сыграла. Не прагматично, но страшно, эта пешка идет и хочется ее заблокировать. Да, а на самом деле могла сыграть хладнокровно, побить на А2. Конь бьет А2, и на Д6 конь возвращается. И неожиданная пешка, да, пешка держится на ладья c8, можно как слон, ну, слон f6, наверное, ладья c7, но можно шах дать. И потом слон b6, потом где-то слон d8, подойти королем и отобрать эту пешку d7. Ну, какие-то технические сложности, наверное, были бы, но вот так видно, скорее всего, позиция выиграна у черных, да, и, ну, какое-то, конечно, какие-то технические сложности пришлось бы. Трудности были, да, было слон d4, Юлия пошла, понятно, желание ее как можно быстрее защитить пешку, да, а4, вот, тоже точный ход, уже белые не дают пешку А2. Ну вот, кстати, вот самая неудобная пешка для коня, это как раз крайняя пешка, да. Король F6, забирая, стараясь забрать пешку D6, но вот тут, к сожалению, довольно-таки мало материала для выигрыша черных. Ну, еще, кстати, может быть, и белые даже борются, потому что да, они... В якийсь момент білі так, мабуть, мріяли про перемогу вже. Да, можливо. Они... Так, шанси були. Ну, тут король Е4 сразу пошли. Ну, можна було ладья G5, конь C3, H4. Ну, кстати, даже ладья G6 может лучше, да. Ну, наверное, так Мария не пошла, потому что есть ход слон D8, и на ладья G7 можно даже побить, отдать слона и перейти в такую равную позицию. Да, но этот эндшпиль ничейный. Да, ну, в принципе, партия быстро закончилась. Да, конь c3, король d3, слон d8. Все правильно, не надо давать пешку g5. А эту пешку можно разменять на пешку h2. Да, ну, тут еще, как говорят, еще комментаторы еще последовало. Да, но, опять же, позиция абсолютно равная и ничейная. Да, вот такой вот интересный поединок молодых шахматисток, которые, ну, одна уже сборница Украины, а вторая действительно претендует на место в команде и уже серьезно, как говорят, стучится в двери. Что еще интересного меня привлекла партия? Тоже претендентки на сборную Натальи Буксы.
И вот ее партия с третьего тура, это партия против Ольги Бабии, да. Да, вот такая позиция довольно-таки, А, весела партия, да. ну тогда Наталья, не знаю, может быть и зевнула пешку, потом у нее еще вторую отобрали. Но очень часто вот многие сравнивают стиль Натальи, да, она очень хорошо играет, когда у нее плохо. Тогда она начинает играть Так, 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 я такая. бороться, да, это многие отмечают, да, и вот я не знаю, соперницы, наверное, должны знать об этом, скажем так, об этом. Да, мають звикнути. Вона в такому стилі виграла чемпіонат світу серед дівчат. Тому мають знати. Да, вроде бы все знают, но ничего сделать не могут, да. Вот, это шутка, но, в принципе, да, Наталья так действительно борется в каждой партии, несмотря на позиции. Да, ну тут удивительно, тут просто вот ход какой напрашивается. Вот ты б черными как пошел? Не лякає мене. Ну, я не знаю, я пішов би, я Как-как? ну, навскидку. Ну, я пішов би, ну, Ракет. потужно, я пішов би там, не знаю, Е5, можна. А, ты E5 пошел бы. Ну, тоже неплохой ход. Там, правда, как-то слон F2, там как-то нападает на ферзя. Вот, возможно, это да. Ну, там тоже, наверное, хорошая позиция, но там непонятно, да. Я просто бачив партію, розумієш, тому... А, ты видел партию, да, ну понятно. Я бачив партію, тому я буду... Не, Так, я ну. ці всі удари бачив. Там, Ну, не знаю, на Г5 і так далі, тому... напрашивается ход просто рокировка. По-моему, отличный ход. Вот, и Так, никаких так, ну... проблем. И дальше І подготавливаю. все. Да. Як кажуть, И под... мінут твоя лукава, да? Да, подготавливая E5, может быть, только вот здесь стоит. Ну, кстати, даже тут E5 есть. Ну, мне нравится ход ферзь C5, чтобы вообще всякие угрозы отразить. И потом E5, ну и две пешки спокойненько реализовываем. Да, Ольга пошла конь E5. Ну, немножко вот как раз пренебрегая развитием, но это еще, кстати, ну, не такая ошибка, да. Слон B5. Тут, да, тут Наталья начинает искать разные ресурсы. Ну, вот тут, да, тут может быть еще поточнее было черным играть D4. Вот такой вот ход. Идея нельзя бить на E5, потому что я заберу на C3 и потом возьму слона на B5. А на конь E2 вот такой вот ход конь FD7. И все нормально у черных, они все защитили. И потом, опять же, можно там и реализовывать свои лишние пешки. Да, ну, конь F3 тоже неплохой ход, но вот тут такая позиция, очень часто вот позиция разноцветные слоны, да, и вот есть такое особое свойство разноцветных слонов, что если разноцветных слонов создать атаку, то даже две пешки не помогут. Потому что у вас, скажем так, по черным полям на самом деле преимущество фигуру. И вот эту действительно развила очень сильную атаку Наталья. Да, ладья Е1. Тут стоило, наверное, F4 вот так, наверное, скинуть эту пешку. И такой вот ход конь D2 с идеей конь C4. Да, и вот как раз вот, скажем так, определенно блокируя сильное поле E5 белых. Вот, наверное, так стоило пойти. Ольги, да, но она тут, и, кстати, на конь d6, там e5 в конце варианта, да, она пошла ладья h6, ладья g1, вот тут уже черные начинают перехватывать, да, конь d4, и тут, да, белый перехватывает, да, и тут стоило, вот, да, вот тут, наверное, последний момент, когда стоило все-таки вот провести эту идею с f4, конь d2, с идеей конь c4 прикрыть поле e5. Да, а Ольга, да, пошла ладья b6 и слон e5. Уже вообще не просто, да. Ну, да, у вас две лишние пешки, они полностью заблокированы. Открыта линия g, которая отлично пользуется. Паніцуючись, позиція така стоїть, да? Да, пользуется Наталья, да. И конь e2 с идеей перейти конем на f4 и забрать пешку g6, да.
Ну, тут, да, Ольга, видимо, немножко растерялась, и тут, кстати, не так просто. Вот как-то на босс что-то, вот, конь H7 какие-то надо такие уже было меры предпринимать. Идея в том, что на конь F4, конь F8, ну, даже здесь можно еще создать какую-то игру. Ну, тут такая позиция, может быть, это лучшее решение было. За черных, вернее, и как-то стараться еще защититься, да. А вот так правильно было играть. Да. Ольга пошла ладья c6, и тут конь f4. Возможно, она понадеялась на какую-то контр-игру ладья c8, но даже можно c3 пойти. И отлично. Да, уже теряется пешка на g6, потерялась, да, и слон e8, конь h8. Такая несложная тактика, заканчивающаяся матом. Да, вот так вот так Наталья выиграла, да, и повторюсь, мы опять же сегодня тоже Наталья выиграла у Юли Осьмак, и то же самое прошла через очень подозрительную позицию, ну уже, как говорят, как этот фирменный стиль, можно сказать. Почерк, я бы сказал бы, наверное, да, такие графологичные певны такие. А, ты все-таки почерк хочешь сказать, да? Ну, может быть да, и почерк. Да. Пустить, це таке більш високопарне слово, а почерк, це так от партію шуф одним... Да, ну что, я напомню опять же таблица, впереди пятый тур, то есть турнир проходит экватор, вот, и мы в следующих тревеньках вы точно узнаете имя чемпионки Украины по классическим шахматам. Так что удачи девушкам, и интересно, и ну точно не скучный чемпионат, там по-моему, довольно много и всяких таких моментов. По-моему, Евгения Доуханова вчера попыталась как-то выйти из сет-нота и с двумя пешками зафиксировала, скажем так, троекратное повторение ходов, да. Вот такой вот небольшой казус произошел, но все впереди. Но она не первая, не последняя, многие так забывают о троекратном повторении. До речі, потім писала Фейсбук, казус, дивіться, позиція була... Да, позиція була виграна, ну, буває. Ну что, другие наши девушки, Мария Музычук сражалась в очень сильном турнире, организованной, по-моему, Китайской Федерацией. Вот, и довольно-таки сильный состав, тут и Хуи Фань, и, в принципе, и все китайские девушки, Тан Чуньзи и Лей Тинцзе, вот, тут трудно выговорить, да, и в принципе... Тан Чуньгань ее называют, Тан Чуньгань, ну, по-разному, да, Джао Сю тоже есть, тут и молодые звезды, иранка Хадемаль-Шари, наконец начинаю ее произносить, и Жансая Абдумали, которая в прошлом году играла за киевскую команду. Жансая тоже выше, так. Да, и Нана Дзагнидзе, сильнейшая грузинская шахматистка, чемпионка мира Антуанетта Стефанова, вернее, экс-чемпионка мира, конечно, и турчанка Екатерина Аталик. Да, и в такой компании, в принципе, ну, как бы, да, надеялись, что все-таки, ну, в принципе, Мария и составила конкуренцию Хуи Фань, и, опять же, ну, по таблице этого не видно, но давайте поговорим о том, как протекал турнир, вот, и сейчас как раз мы с вами изучим. Как же он протекал. Да, ну что, начало довольно-таки уверенно. Начала Мария Музычук. Она в первом туре играла с Наной Дзагнидзе. Был разыгран такой вариант системы Расселима сицилианской защиты. Довольно популярный.
Сейчас очень много партий играется. Да, вот тут черные не спешат бить cd, сразу играют d5 и конь e4. Слон e3. Ну, тут очень много партий. Наверное, там можно какую вспомнить. Каруана Дубов, наверное, в Эйкензе 2020. И сейчас играется. Теория довольно обширная. Да, лучший ход считается ферзь b6. И, допустим, там слон бьет c6, bc. Но тут тоже очень большое разнообразие ходов. Вроде ферзь c1 самый точный. Ну, позиция непростая. В принципе, да, не хватает у... У белых нет двух слонов, вернее, у черных преимущество двух слонов, но пока вот этот слон, слон на g7 немножко зажатый, даже вот слон на e3 лучше, чем слон на g7, вернее, ограничен белыми пешками, там f6 как-то подрывает, где-то должны черные подорвать, но позиция такая, скажем, игровая, абсолютно игровая позиция и такой позиционный характер носит борьба. Да, в партии Нана побила cd, cd, ферзь b6. Возможно, немножко перепутав вариант. Да, тут есть ход слон бьет c6, но ферзь e2 пошла. Мария не хочет расставаться со слоном b5, да. F6. Ну, в принципе, ход напрашивается, хочется подорвать. Правда, слон D7 вроде лучший ход. Да, и тут, наверное, Марии правильно было играть H3, оставляя пешку на E5. Ну, так сразу, как бы, очень тяжело определить, хороший это или плохой ход, потому что пешка E5 висит, но вот тут действительно, скажем так, вот... тактическим обоснованием, да, тут эта пешка держится. Ну и вообще эту пешку, если забрать, очень сильно будет размен коня на слона, и очень сильно оголяется черный король, и по большой диагонали могут, скажем так, белые постараться атаковать черного короля. И опять же, все тот же разноцвет, который мы видели у партии вот только что Букса Баби, и там тоже атака будет стоить пешки так точно. Да, ну партия немножко, да, ЕФ побила. И тут черные, вот тут, мне кажется, черные упустили. Они могли пить ладья F6 с идеей слон g4, и на какой-то ход h3 ладья бьет f3. Вот такое вот решение было, и тут, наверное, бы они перехватывали. Ну, может, стоило конь c3 играть. Понятно, что у белых не должно быть хуже. Может быть, конь e5 какой-то ход. Ну, или слон c6. Ну, во всяком случае, это лучший ход был ладья f6. Да, последовал ход еф, еф, конь c3, нападая на пешку d5. Наверное, конь c3 надо было черным бить, но эта позиция чуть-чуть похуже, и, наверное, Нана не хотела идти слон e6. Слон e6, да. И это ошибочный ход. Почему? Потому что надо было бить на e4 и d5, вот такая вот. И на удар на f3 у белых был выбор, либо бить gf, либо ходить вот ферзь c4, тоже отличное решение было. Ферзь b3, да, и тут... Да, ослаблен белый король, но тут пешка e6 стоит, наверное, целой ладьи. Ну, качество точно отберем, и позиция, я думаю, близка к выигранной. Да, вот так пропустила немножко Мария, она пошла ладья c1. Ну, опять же, если... Ну, есть такое правило, если ход не сделан, то он, наверное, не сделается в партии никогда, да? Ну, имеется в виду, если... Идею Нана не увидела, то она и сейчас может не увидеть. Но если бы она увидела, она бы, наверное, пошла слон f7, а так она пошла h6. Но ход, кстати, еще не проигрывает, и на слон c6 еще могла побить конь c3, да. И играть эту позицию чуть похуже, да. Она не видит, да, bc, да, и тут уже Мария нанесла конь e4, de, d5, ef. И тут был приятный выбор, как d я выигрываю. Наверное, так и слон бьет b6, но это, опять же, тут эти две пешки забираются, и позиция, ну, довольно-таки несложно выиграна, да, нельзя бить
Ладья b2, потому что пешка проходит, да. Да, ну, он побил, но тут еще ко всем неприятностям еще и довольно король, да, скажем, далеко. И все правильно, довольно уверенно Мария разыграла. И тут действительно не дает пройти королю, да, солнце 7. И спокойненько реализовывает фигуру. Классная партия, классное достижение Марии. И действительно она имела шансы. Вот в последнем туре она играла, как раз играла с Хуи Фань. Сейчас, секундочку, это немножко... Да, играла в последнем туре с Хуи Фань. И довольно-таки интересная борьба была. И позиция непростая была, да. Довольно интересный дебют. Тоже система Рассалима, только немножко другое со слон с Е6. Да, и тут, ну, ход напрашивается. Тут F5, опять же, ход напрашивается. Хочется, как бы... удлинить своего слона, да, то и хочется играть на победу. Слон не 3 был, ферзь b6. Ну, ферзь на d6 на линии d стоит плохо, да, ладья d8, еф, конь h4. Фе, слон g2, да, началась такая довольно-таки интересная тактическая дуэль. И вот здесь как раз, ну, очень хитрое решение, правильно забил бы, ну, не, конь d5 то напрашивалось, а вот здесь на ферзь e6 f5 был ход. И на ферзь e5 конь бьет e7, ферзь бьет e7, ладья f4. И, как ни странно, черных нет спасения. Белые хотят пойти f6. f6, вот, допустим, слон f8, да, f6, и забрать коня. F4, H4. Ну, такое непростое решение. Думаю, скорее оно больше компьютерное, да, и опять же, и быстрые шахматы это все увидеть, я думаю, довольно-таки непросто. Тем более, тут еще и ферзь F6 надо считать, что же там будет. И опять же, непонятные последствия, да. Ну, там ферзь G4, правда, забирая коня H4. Но вот такой вот был интересный вариант. Да, в партии ладья e2 пошла сильнейшая шахматистка на сегодняшний день. Слон на h3, конь d5, да, ферзь бьет e6. Слон d2, ну вот уже тут немножко Хуи Фань начинает играть не так хорошо. Да, был ход ферзь h5, но тут слон f5 такой ход. Очень сильный был, ладья e2, g6. Ой, извиняюсь, ладья e2, g6, и еще непонятно кто кого, и... И действительно позиция абсолютно неясная, тут все висит, и, ну, так, тяжело сказать. Ну, наверное бы, мне кажется, все-таки, наверное, перевес у черных, ну, вот только благодаря тому, что сильно открыт король. Да, поэтому желание Хуи Фань довольно понятно, поменять ферзей. Вот, кстати, тут да, ферзь e6, de, конь c3. Да, вот один из, можно сказать, интересных моментов этой партии. Ну, в принципе, ход-то, я думаю, можно сделать сильнейший. Да, не знаю, почему Мария... Ну, Мария немножко другой сделала, тоже, в принципе, неплохой ход. Но вот тут правильно было играть g5, вот g5. Возможно, от короля не хотела играть, я не знаю. Идея в том, что... Если бьют, тут такая комбинация. Слон бьет h2, ладья бьет h2. Если король h2, то я бью на f2, да, король h3, на d3 и забираю на d2 лишнее качество. Да, на ладья h2 шах и бью на h2. И теперь на король h2, ладья d3 тоже с выигрышем защищаю слона h3. Да, вот таким ходом g5 наверняка Мария выигрывала пешку, но, ну, во всяком случае, очень бы, ну, даже после слона f4, слон f4, gf, очень сильную атаку, там еще линия g вскрывается, это только на руку черным, и проблемы большие были бы у Хуи Фань. Да, слон e5 такой ход, тоже как в определенном смысле напрашивается, да, но тут получается, что идут размены, вроде бы как король открыт, но невозможно добраться до короля. Слон f4, ладья f3.
с идеей где-то не пустить ладью, да, конь f5, конь e4. Интересный момент, и действительно вот здесь Мария совершила ошибку. Правильно было играть бить на g3 и стараться вот эту позицию играть. Тоже абсолютно непонятно. Пешки идут как белые, так и черные. Такого динамического равенства, и вся борьба впереди. И, наверное, ну, не знаю, тут тяжело оценить. В принципе, слон является сильнее коня, когда пешки бегут на разных флангах. Но тут слон на f5 не очень. Конь на c5 все-таки лучше, он нападает, а тот защищается. Ну, во всяком случае, тоже не могу, точную оценку не могу дать позиции. И, наверное, еще надо очень долго ее изучать, анализировать. Да. Да, h5 такой зевок Марии. Не знаю, ну, вроде конь g5, наверное. Ну, возможно, что уже не видел. А может, она хотела h6 пойти. Вот тоже у меня есть подозрение. Обязательно мы ее спросим, когда у нас будет интервью с ней. Вот, я обязательно спрошу. Может быть, это был, как говорят, клик мышкой, да? То есть, хотела h6, а пошла h5. Да, конь g5, ладья e3. Конь бьет h3, h4 вроде бы еще не проигрывают. Черные хотят забрать коня. Да, но тут вот после слона f4, ладья h3, ладья d8 тоже правильный ход. Потому что если сразу подходить забирать ладью, то есть ход конь e3. Еще с какими-то шансами. Вот. Ну а после ладья d8, король e7, слон g5, король f7, король g2. Приходится отдавать ладью, и тут позиция легко выигранная, потому что сохранилась пешка, и она действительно при поддержке ладьи легко прошла в ферзи. Да, вот такая вот, к сожалению, неудачный 9-й тур, но если бы Мария выиграла, она обделила место тогда как раз вот с Хуифань, она поделила бы место в... Первое-четвертое, и были бы шансы действительно... Сейчас я вам еще верну табличку, да, и были бы шансы, может, даже и на первое по коэффициенту, там довольно-таки надо было уже считать, кто кого, да. Да, ну, 4,5 из 9, конечно, нормальный результат для Марии, но хотелось бы большего. Ну, вот так вот интересный был довольно-таки турнир на Chess.com. Вот. Ну, в преддверии как раз, да, в преддверии чемпионата Европы, вот это полный список клубного женского чемпионата Европы, уже тут целых 42 команды, и радует, что присутствуют три украинских команды, это Киев Chess Federation Greco, Харьков Chess Federation и команда Днепропетровской Федерации Шахмат. Вот 42 команды. Интересно, какой они будет розыгрыш. До этого был по подгруппам выход. Теперь я не знаю. Еще они скажут, как же они, какой они розыгрыш будет. И действительно, и вот мы, Киев Chess Federation возглавлял рейтинг, но сейчас действительно изменили состав Монте-Карло, добавили Нану Дзагнидзе, и теперь они первыми по рейтингу и хотят выиграть это первенство, вернее, этот Еврокубок, который как раз организует казино Монако, домашний турнир, но турнир в интернете. Вот, напомню, Киев Чес. Не пригадую, коли три команди жіночі виступали у нас. Да, три команди. Може, це вперше. Наверное, вперше, да, і, наверное, і мужських, наверное. Не, ну було дві, помню, три. Три, возможно, да, три, возможно, где-то і були. Чоловічі були.
Да, ну не помню, тоже так как-то. А, три, может, и было, да. Да, ну три женочек, да. Так, ну напомню вам состав Киев Чес Федерейшн Грека, да, это сестры Музычук, Юлия Осьмак, Анна Ушенина и Наталья Букса. Все это с 19 по 22 декабря. Все будет на нашем канале, так что приходите, смотрите, будет интересный женский Еврокубок и болейте за нас и за украинские команды. Так, ну что, тоже Якраз интересно. до речі, з фіналами чемпіонату юніорів. Да, будет чемпионатом юниорским, ну так совпало, хотя могли бы и развести, ну дальше Рождество, как это, чиновникам надо отдыхать, как же они, ну, куда же смещать, так что так. Так, ну что, интересный турнир проходит в Испании, это живой турнир, играют двое наших в масках, вот это Павел Ильянов и Антон Коробов. Вот, и в принципе играют, ну, нормально. Антон уже, по-моему, завершил. Он набрал 6 из 10, плюс 2. Да, И... это кто знаешь? А, тоже в ничью, да? Или как последнего Павел сыграл, я не посмотрел. Так, Но ничего так. тоже в ничью по 6 из 9. Надежно, солидно по плюс 2, и вот они обеспечили как раз победу сборной мира над сборной Испании. Ну, в принципе, неплохо, что испанцы действительно борются с неплохим составом сборной мира. Ну, и хотелось бы, Ну, это было слава. да, и хотелось, если бы мы уже заговорили о наших ребятах, отметить их творчество. Действительно, очень интересное было. Сейчас, секундочку, я довольно интересный был эндшпиль у Антона Коробова. Да, наверное, будем за белых Поки ти, смотреть. Володю, завантажуєш партію, я скажу, що цікаво, наші шахісти провели турнір. Вони синхронно набрали плюс 2 і перемогли обидва в другому і в дев'ятому турі. А всі інші партії зіграли в нічию. Таке враження, наче вони там от Так, плаванням таким своєрідним займалися. я понял. Да, эта партия, по-моему, из 9-го тура. Антон Коробов играл скажем так, со своим тезкой Антоном Гюхара. Ну, на самом деле это не так. Антон Гюхара — это именно фамилия известного испанского шахматиста, довольно-таки очень сильного. Вот он даже в Честуре играет. Вот его пригласили для интереса именно испаноязычного населения. Вот, и он играет именно в Честуре у Магнуса Карлсена. Ну, такая позиция, были качели, начало там Антон что-то нахомутал в дебюте, остался без пешки, потом переиграл, и потом его вот тут такая позиция, и казалось бы, уже белые выпустили. Ну, допустим, нельзя бить на g7, потому что вечный шах тут дается, король никуда не выпускается, король f6 тоже, ну, тоже шах, да. Да, и тут F6 самый сильный ход был, ну и такую позицию, ну не просто выиграть, хотя какие-то шансы есть, потому что довольно активный король, ладьи активные, ну так, по виду большие шансы на победу, возможно так, но опять же Антон, возможно, не хотел сокращения пешечного материала и побил ладья c5, вот такой ход. Сдача ладьи, да, ну красивое такое решение, да, король c5, f6 и побил на g7. Идея в том, что теперь пешки белые идут, заставляя ладью, ну ладью тут не заставляя стать на g8, потому что ладья e6 есть ход, король h7, ладья f7. Возможно, стоило вот так ладьи поставить, и тут g8 нет, потому что я могу забрать, ну и даже забрать на a6, можно на b3, там король не успевает, пешка быстро проходит, да. Ну, допустим, ладья h6, король h6, да, забрал, и пешка пошла.
И эта позиция выиграна. Ой, выиграна, ничейно, извините, конечно. Да, ничейно, да. Да, ну там можно было крутить, ладья f5, но тогда ладья b7, да, и то же самое. Где-то идея именно сдать вот эти две ладьи за две пешки, как ни странно, потому что они очень сильные, да. Да, ну, вот это, наверное, ну, вот как раз ладьи должны быть вместе, да, ну, ладья f7 пошел у соперника, h6, ладья a7 тоже напрашивается. Ладья g6, ладья e8, ладья b6. Но идея белых где-то уйти королем, продвинуть пешки, чтобы они прошли. Король c5, ладья f6, опять же идея ладья f8. И вот только здесь действительно допускает ошибку испанский шахматист. Ну, не просто. Вот тут уже делалась ничья, тут надо было играть ладья e3, такой ход. И на король h8, ладья бьет g7. Вот этот ход, я думаю, ну, тяжело предположить. Идея в том, что если бьют hg, то я даю шах на h3, король g8 и забираю на b3. И потом моя идея где-то сдать ладью за пешку g, все тоже, и пешку a провести, да. А если бьют король g7, то наверное, да. Так, то, наверное... Ага, тут не так... Наверное, шах, да, вот шах точный, правильно, шах. И на ладья g7 ладья бьет b7. И на h6 я с этой стороны даю шах, и опять же, тоже ничья. Да, вот такая вот ладья g7 непросто. Да, в партии он пошел король b4, но тут король g6, уже и пешки идут. Ладья g8, но не сразу, ладья f3 пока. Теперь ладья переходит на g3, король a3, ладья g3. Король b4, король h5. Все, подготовлено к проходу пешки. h7, да, ну тут не успевает черные отдать ладью, да, если они, допустим, ходят как-то ладья h8, я даю шах на b7 и подхожу королем. Ну, в принципе, то же самое на ладье e8 было. Шах сюда, да, король g6, очень важно то, что мы сохранили пешку g, да. Ой, пешку b, и да, и такая вот победа Антона была интересная. Ладья c5 действительно жертва, которая заслуживает диаграммы. Вот, то, что она не выигрывает, это не важно, но очень непросто было играть, и очень классный, очень забавный эндшпиль случился, да. Да, порадовал и Павел Ильянов, был разыгран довольно острый вариант, вариант Паульсена сицилианской защитой, да, и тут f5 ход, и тут правильно, в принципе, за черных e5 играть, или d4, там разные ходы есть, и такой ход слон h4 последовал. Идея в том, что вроде бы как g3, и вот эта диагональ начинает большая свистеть, но это не факт. DE конь e4, EF. Да, Павел тут сыграл, ну, с точки зрения, наверное, надежности, это лучший вариант. Ну, в принципе, мог и бить на f5, да. Ладья f5, слон e7, и такой вот ход интересный. Слон f5, напасть на ферзя, чтобы потом слон c3, чтобы ферзь на c7, как бы, не давал своим ладьям скоординироваться, и на c5 просто ход король g1, и там, ну, наверняка что-то должно быть, какой-то там мат, слишком активно стоят все белые фигуры, да. Да, ну, в принципе, Павел другое решение, тоже довольно отличное, да, конь d6, и, скажем так, перевел позицию в позицию техническую с двумя слонами. Тут мало того, что два слона хороших, так еще быстро черные атакуют пешки, да, и тут действительно хороший совет дорог черным. c4, слон c5. Ну, здесь стоило, наверное, что-то типа побить на e1, g6 пойти, но даже тут позиция с лишней пешкой такая носит действительно технический характер, да. Его соперник быстро сдался, скажем, пошел конь d5 и попал под мертвую связку. Возможно, он думал играть ладья c8, но этот
ход невозможен, потому что слон бьет d5, и нельзя забирать ладью, вернее, слона из-за мата по первой линии, да. Да, слон e4 был, ладья d8, ладья f5, и опять же тот же самый, что ладья c8 не помогает. Ладья d5, слон d5, и нельзя брать, да, ладья e8, да. Да, вот так, соперник сдался, довольно-таки несложно, ну, относительно легкая победа, но все равно надо было что-то продемонстрировать. Ну что, молодцы, классно сыграли, и как раз мы продвигаемся к нашей викторине, и вопрос от Анатолия Ворского, да. В принципе, это как раз вот турнир сборная Испании против сборной мира, да, и у нас как раз будет вопрос о вот таких соревнованиях. Ну что, Анатолий, слышно? Давай вопрос. Я не чую, я чую гарно. Давай вопрос. Чую тебя не гарно? Да. Давай вопрос, я уже поставил. Питаю, чуєте гарно мене, ні? Ну, от час хорошо, да. Проти збірни СРСР. І в обох матчах брали участь сильні українські шахісти. Зіграли по-різному, і добре, і погано, але ми таке питання для вас підготували. Хто з українських шахістів показав найкращий результат у матчах збірної СРСР проти збірної світу? Так, от такий от непростий вопрос. Треба одного шахіста назвати. Ага, одного. З одного боку він простий, а з іншого боку треба вписатися в архівах. Да, это надо поискать будет, я вопрос опять же. Ну, ты догадываешься хотя бы приблизно? Догадываюсь, да, вот тут у нас даже первый ответ есть, но опять же подведем итоги в конце, и все, наш любимый приз — это фирменный блокнот для записи партий, но и не только, тут еще много всего интересного есть. Да, ну что, ответ есть первый, а это как раз фотография с матча 70-го года, по-моему, в Белграде, сборная СССР против сборной мира. Белград, так. 70-й рік Белград, 84-й рік це Лондон. Вот такие, да, смотрите, да, но опять же, ждем ваши ответы, первый ответ есть, и надеюсь, вы сможете угадать. Вже даємо вам підказки, де шукати. Так, ну давай к новостям неділі, которые був, опять же, я, как всегда, о київській команді, Київ Чес Клаб, выиграл очередной матч, был обыгран шахматный клуб Сараева в Рапид 9.5-2.5. Результаты вы видите у себя на доске. Ой, у себя на экране на доске. Да, ну и на быстрые они даже решили не выставляться. Всего 3 человека. Ну, такое, знаешь, там немного неповага якась, ну, не знаю, что грозит в этом случае командам, да, вот, вплоть до дисквалификации, ну, посмотрим, как же дальше будет. Ну, смотри, тактика, это можно одного гравца сильного выставить, так? Вот. Навіть не трех, а одного. Не, ну, тут все равно сразу засчитывается поражение, просто с каким счетом, еще точно уточним. Да, ну, это действительно минимум 10 игроков надо, в Блице они всего 6, поэтому не знаю, да. Непонятно, зачем тогда играть в этой лиге. Следующий матч в субботу, как всегда, в 8 вечера. Нам будет довольно наш старый знакомый. Будет противопоставлять Политика Белград с известными сербскими гроссмейстерами. И, в принципе, Политика вот как раз тот клуб, который играет везде, во многих лигах. И будет непросто. Ну что, приходите, будет интересный тур. Будет в 8 вечера, в субботу. Всех жду, и болейте за нас. Так, ну если мы задели тему именно онлайн-шахмат,
13 декабря, это, по-моему, у нас воскресенье, 8:00, суперфинал мировой лиги сборных, Украина против России. Будет действительно матч, очень такой мощный по нокауту, да, в принципе, зная общую ситуацию, нам достаточно победы всего в одном из трех, как этих, не категорий. Выйди в программы. Выйди в программы, да, можно и так сказать, да. Вот, но да. Все равно будет непросто, сборная России настраивается очень сильно, но мы тоже, вот, и опять же, тут есть за что бороться, вот еще 5 раз никто не выигрывал, да, и вот такое вот... Мы можем стать первой командой, Team Ukraine может стать первой командой, кому удастся победить 5... Володя, давай на цей. Давайте постучим по дереву, да. Будем дальше. Я тут 5 половин стукаю. Ясно, хорошо. Ну и опять же, все самое интересное в матче Украина-Россия тоже на моем канале будет. Я буду играть и комментировать, так что приходите. Будет не скучно точно. Так, ну что, состоялась такая бизнес-лига в субботу. Да, наверное, многие видели мой стрим, который, наверное, наиболее... О, кстати, я могу податься в книгу Гиннесса? У меня 7 часов был стрим. Ну ладно, наверное, это... Еще есть рекорды, так. Но, да. Шаховий бізнес-стрім, це точно рекордний. Шаховий стрім, може, бізнес-стрім, да. От, да, надо податися, наверное. Ну, точно в українську я точно пройду. В українську книга називається «Диво книга українських рекордів». Туди ти це однозначно можеш податися, так. Так, ну что, действительно был супер турнир, вот, играли многие команды, разные премьер-лига, высшая лига, корпоративная лига, смотрите итоги, и не только это итоги регулярного чемпионата, но было сыграно и финалы кубка, так называемый кубка, в котором выиграли премьер-лигу, выиграли нотариусы и друзья, высшую лигу Шахова-Шкова и корпоративную Весело... МПАПСТ Ukraine. Вот такие итоги. Действительно классная лига была и организована отлично. Да, это первая онлайн-лига. Не уверен, что она дальше будет онлайн из-за многих шероховатостей и, скажем так, и определенного даже читерства, можно сказать, не без этого. Удивительно, что в таких... Ну и все же хочет играть очно, тому... Да, очно, ну и удивительно, что в таких лигах, таких по-настоящему, в которых, кстати, каждая команда получает приз, вот, умудряется читерить, это действительно явление, не знаю, как назвать. Вот, так что, ну, посмотрим, в принципе... Что же дальше? Да, опять же, в пятницу состоятся награждения, так что, я думаю, на следующих ТРВ-ньках вы увидите наш репортаж с награждения бизнес-лиги. Так, ну что, в эту субботу было продуктивное, вернее, в воскресенье состоялась лекция Руслана Пономарева в рамках наших дебютных лекций нашей Академии Олимпийских Чемпионов. Руслан Олегович рассказал о довольно популярном варианте Найдерфа. Ну, мне было интересно, не знаю, как вам. Рассказал и показал. Да, рассказал и показал. Показал новые идеи, да, и, ну, в принципе, было довольно интересно. Опять же, если есть желание, все это скоро будет на сайте chessua.com, сайте Академии Олимпийских Чемпионов. Это лекция. Так, ну что, давайте к зарубежной уже перейдем. В принципе, было довольно много
тоже интересных турниров. Да, закончился спидчес, вернее, прошли четвертьфиналы спидческом. Вот, и интересная борьба была, интересный был турнир, вернее, четвертьфинал Магнус Карлсен, Владислав Артемьев, причем Артемьев довольно-таки нормально играл, даже повел в какой-то момент после, по-моему, четвертой или пятой партии, да, потом Карлсен отыгрывался. Карлсен, кстати, спасал очень много безнадежных позиций, вот, и как-то Владислав даже время в нормальных позициях, скажем, падало, да. Ну и, наверное, вот быстрее, недаром называется чемпионат Speed Chess, наверное, быстрее все-таки Магнус играет Владислава, и это сказалось, да, Владислав проиграл 13,5-9,5 в пользу Магнуса. Победу праздновал Максим Вощелограф против Левона Раняна. 14,5-12,5. Это, наверное, самый такой был напряженный матч. Ну и, в принципе, мы говорили о нем в прошлых тревеньках, что это, наверное, самый будет напряженный матч. Он таким и выявился. И действительно, как бы качели были в матче, но все-таки победу одержал Максим Вощелограф. И последнем четвертьфинале, к сожалению, не получилась борьба. Хикару Накамура разгромил Владимира Федосеева. Были какие-то иллюзии, что Владимир все-таки может собраться, но Хикару подтвердил, что он является действительно очень сильным, быстрым игроком. Да, и действительно, и давайте посмотрим всю сетку, кто же встречается в полуфиналах. Вот буквально, по-моему, сейчас уже идет или даже закончился финал. Хикару Накамура играет с Уэсли Со. В принципе, вот как раз Уэсли Со неудобный соперник как для Хикару, так и для Магнуса. Вот, и действительно, вот Уэсли Со, там тоже будет непонятный матч. И я не знаю, действительно, кто выиграет. Я думаю, что Уэсли Со в своем нынешнем стане, він незручний суперник для будь-кого. Да. Ну, наверное, есть нелюбимые соперники, не без этого, да. Вот. Особливо не любили. Да, и, по-моему, сегодня же тоже состоится матч Магнус Карлсен, Максим Вощелограф. Ну, Максим тоже может как это надкусить Карлсена. Ну, посмотрим, к какому они подойдут, скажем так, в какой форме подойдут, да, Максим подойдет к Магнусу. И опять же, форма Магнуса тоже интересно зависит, да, и, конечно, в оптимальной форме с Магнусом очень тяжело соревноваться. Вот, все это, я думаю, интересно будет, и смотрите, буквально на Ческоме уже скоро будут эти матчи. Так, ну что? Дев'ять партій вже зіграли вони в бліц. Накамура і Со, 9 партій зіграли. І який счет? В бліц, зараз скажу, плюс один у Накамури. Ага, ну от видите, да, идет борьба і непонятно, да, хто кого. Так, ну что? Ага, а вже плюс один. Да. Так, Анатолій, все, у нас тебе связь все так же плохая. Ничейный счет. Ну что, интересно, тем интереснее борьба. Так, ну прошел довольно-таки сильный турнир, опять же, был женский, был уже и мужской, Китайской Федерации, да, и действительно супер состав был такой, убойный состав, 4 китайских шахматиста. 4 основных, можно сказать, китайских шахматиста, плюс
Грищук, Гири, Топалов и Рапорт. Ричард Рапорт. Вот, кстати, Ричард Рапорт и выиграл турнир, хотя у него наиболее один из самых низких рейтингов был. Вот, но он действительно победил. Ну, в принципе, Ричард давно известный, что он действительно играет в такие необычные, очень насыщенные комбинационные шахматы. И первый ход b3 и так далее. Очень много таких идей. Вот, и действительно является очень талантливым шахматистом. И вот начинает, как говорится, проявлять свои задатки. И выиграл, да, с результатом 9 из 14. Он всего на полочку обошел Дин Лерина. И победил Ричард Рапорт. Вот, и в принципе такой очень... Короче, без поразок весь турнир не прошел. Единый кто? Да, единый участок, который прошел турнир без поразок. Да, ну вот видишь, интересно, в принципе, быстрые шахматы, как бы они больше к тому, что результативность должна быть большая, а тут что-то ничьих довольно-таки много было. Вот. Не знаю, с чем это связано. Может, то, что плотные шахматисты играли. Да, второе место — китайский шахматист Дин Лерин. И третье, четвертое — Грищук и Гири поделили. И по дополнительным Грищук занял третье место. Вот. Довольно интересный турнир, интересные партии. Вот, смотрите, я думаю, будет интересно. Ну, возможно, придало воодушевление Ричарду победа в этом, скажем, в этом турнире, возможно, объявление. Сейчас в эти дни проходит конгресс ФИДЕ и Олимпиаду 2024 года будет принимать Будапешт. Вот такое. Действительно, и я видел проект именно Будапешта. Они собираются построить какой-то суперкомплекс. Вот, это очень красиво, да. Ну, будем надеяться, что это все будет. Но и объявление, которое нас не сильно радует. В 2022 году Олимпиада будет в Москве. Вот, в 2021 и 2022 будут Олимпиады в Москве. Это Олимпиада, которая відбулася в Ханты-Мансийску. Не, это не 2021 будет Олимпиада. Не, на самом деле они потом перенесли в Москву. На самом деле 2020 года они перенесли в Москву, и она вот в 2021 состоится. А Олимпиада 2022 года должна была состояться в Белоруссии, в Минске, ну, по тем событиям, которые сейчас в Белоруссии, так что это Олимпиада. Непонятно. Не подтвердили белорусские власти финансовые гарантии. И вообще непонятно, была бы она или нет. Вот такие новости. Володя, ну еще раз для уточнения. Володя, уточнення. В 21-му році буде Олимпиада в Ханты-Мансийску. Буде. Але вона буде для людей з обмеженими можливостями. Да, а 22-го року буде в Москві, так, а 24-го в Будапешті. Отакий зараз на сьогодні розклад. А 21-го не буде? Там же пройшла 20-го года, должна була бути Олімпіада. Буде 21-го, але тільки для людей з обмеженими можливостями. І все. А, от так, так, да? Не буде. А, от так. Тобто одна Олімпіада випала, так? Да? Ага. Ну что, выпало? Так, выпало Олимпиада, будет 22 или 24, и все. Ага, вот такое уточнение, да. Ну, я надеялся, что больше будет турниров, но нет, так нет. Вот. Ну, так. Да, ну, что? Ну, давай повторим наш вопрос. Сейчас я его найду. Давай повторим наш вопрос, возможно. Ага, так. Секундочку, сейчас я. Итак, вопрос нашей викторины. Кто из украинских шахистов показал наикращий результат у матчах сборной СРСР против сборной Свиту? Вот такой
Вот такой вот вопрос, и интересно, ну, у меня пока есть один вариант. Было, что мается на воде матчи. Так. Да, матчи сборной СССР против сборной мира. Вот это два матча, по-моему, 70-й год и 84-й. Правильно? Так, у нас Анатолий опять пропал. А, так, да. Так, ну хорошо, у нас, в принципе, пока один ответ есть. Вот, кстати, на прошлогодний вопрос, я так и не понял, дали правильный ответ или нет? Вернее, вопрос прошлой нашей передачи. Не, не дали правильно. Ага, то есть нету правильной выповеди. Так что, ну что. Так, ну что, у вас еще остается небольшое время, вы можете задать нам вопросы. Возьму и опять же ответить на вопрос нашей викторины. Ну что, на следующей неделе довольно-таки много событий нас ждет. Это окончание чемпионата Украины среди женщин. 13 декабря не забудьте Team Ukraine против Team Russia. Вот будет интересный матч. И приглашаю всех в субботу поддержать Киев Чес, который будет сражаться 12 в субботу в 8 вечера против очень сильной сербской команды Политика Чес Клаб из Белграда. А, тут спрашивают, расскажите про покерный турнир. Ну, честно говоря, да, он состоится чуть попозже, с 20, по-моему, с 25 по 26. Мы уже объявляли его в прошлой передаче. Ну, как бы больше, наверное, знает, все больше написано в колонке Team Ukraine, вернее, на страничке Team Ukraine, больше как регистрироваться и что. Честно говоря, я тоже, как и вы, мне интересно узнать побольше. Было, кстати, недавно, буквально вчера, по-моему, вчера были, вчера, по-моему, был такой стрим на как раз вот на покер матч. Был стрим, там, где учили покеристов играть в шахматы, было таки довольно весело. Вот один из это. Один из комментариев там, по-моему, был у меня пока одного из покеристов был, играл я ваши шахматы, и у меня там котелок чуть не закипел. Так что, ну, видите, все-таки шахматы это не покер. Вот, так что так. Вот, и было, опять же, вы найдете на этом же канале покер матч, Twitch канале, вы тоже найдете там презентацию этого турнира, и более-менее все о нем рассказано. Так что вы там можете посмотреть и узнать подробности, как зарегистрироваться и что для этого сделать надо. Ну, надеюсь, я исчерпывающе ответил. Больше, честно говоря, я и сам пока не знаю. Да, планирую играть. Правда, еще надо немножко, как это, научиться в покер нормально играть. Ну, знаю, all-in знаю, так что можно. Могу играть легко. Во всяком случае, один кон точно сыграю, так что. Вот, так что можно так сыграть. Так, ну что, Анатолий у нас тоже пропал. Пропал Анатолий. И ну что, пока у нас есть один ответ на этот вопрос, на наш вопрос, кто из украинских шахматистов показал лучший результат в матчах сборной Советского Союза против сборной мира. Да, вот Анатолий написал, тоже будет, где же ты? Так, есть, а не. Нету еще Анатолия. Вот, ну, сегодня какие-то перебои с интернетом. Видимо, все готовятся к футбольному матчу. Все заряжают интернет.
Ну що, будемо ми говорити до свидання. Всім дякую. Якщо є якісь пропозиції, запитання, то ще є кілька хвилин, я можу відповісти. Вот. Так что, ну а так, больше новостей нету. И встретимся опять же в следующую среду. Обязательно деревеньки, все самое интересное о шахматах, о новости шахмат, все мы расскажем. Ну что, всем дякую и всем до побачення.